Париж. Молодой французский кинорежиссер на премьере собственного фильма, испанский, прошу прощения, режиссер на премьере собственного фильма набрал полные карманы камней. Он ожидает реакции публики, он ожидает реакции очень злой, он готов отбиваться от публики, потому что публику ждет скандальный фильм. Вот самое начало этого фильма, но мы не будем его смотреть, его, это можно будет сделать чуть позже, дома. А сейчас мы поговорим, собственно, о сюрреализме в основном на примере этого фильма. Фильм называется «Андалузский пес». Режиссера зовут Луис Бунюэль, и он снял его вместе со своим товарищем, которого зовут Сальвадор Дали. Вот остановимся на этой первой сцене. Здесь такой очень замечательный кадр. Мы видим здесь бритву, которую точит сам Луис Бунюэль. Он здесь появляется в этом первом кадре. И это важный образ для сюрреализма. Итак, 29-й год, премьера фильма «Андалузский пес». Луис Бунюэль, Сальвадор Дали на деньги матери Бунюэля сняли свой первый фильм. Этот фильм оказался вершиной сюрреалистического кино. Это главная его жемчужина. 29-й год. Всего год спустя, 1930-й, Бунюэль снимает второй сюрреалистический фильм, который называется «Золотой век», и это «Закат сюрреализма». Это его последний фильм. Итак, в течение года сюрреализм как бы взошел, как такая яркая звезда, и, в общем, упал. Классический сюрреализм, конечно. Что же произошло в течение этого года? Почему «Андалузский пес» был настолько успешным и «Золотой век» казался настолько провальным? Разберемся в контексте. Сюрреализм — это часть авангардистского течения, которое возникло в 20-е годы во Франции, главным образом, в литературных кругах, под руководством в основном лидера Андре Бретона. Сюрреализм возник в первую очередь как поэтическое литературное течение, потом как живописное течение. Мы только что видели примеры этих живописных картин в лице Дали. И, наконец, как кинематографическое явление. И, на мой взгляд, я постараюсь это аргументировать, именно кинематографическое явление сюрреализма оказалось его высшей точкой. Сюрреализм возник под влиянием таких теорий таких мыслителей, как Фрейд, безусловно, конечно, как Маркс, как Маркиз де Сад. И позже мы немножко еще скажем о позднем сюрреализме, который уже в 60-е, в 70-е годы начал развиваться. Это разного рода мистические течения, вроде Кастанеды, Таро, герметической традиции, вот, Дао, восточных традиций, ну вот этих течений. Вообще, если изучать классическое сюрреалистическое кино, вот такое чистое сюрреалистическое кино, то, пожалуй, можно весь материал уместить в где-то в двухчасовую такую программу. Сесть и за вечер посмотреть всю классику сюрреализма. Причем в эту двухчасовую программу будут входить и дадаистские фильмы тоже. Дадаизм — это такое радикальное течение в рамках авангарда. Был парочка дадаистских фильмов снято. «Механический балет», «Леже», «Антракт». И, собственно, первый сюрреалистический фильм, который провалился в прокате еще до «Андалузского пса», он вышел в 28-м, это фильм Жермена Дюлак, французской женщины-режиссера, который снят по сценарию Антонена Арто. Очень знаковая фигура, если кто-то в курсе, один из самых видных теоретиков авангардизма, вообще теоретиков театра, интереснейшая фигура. Фильм называется «Раковина и священник». Его можно посмотреть, он достаточно интересный, но он в прокате провалился. Ничего не получилось, его не приняли. «Андалузского пса» приняли очень и очень хорошо. Итак, в чем смысл сюрреализма? С чего он начался и чем он закончился в кино? Главный пафос сюрреализма в кино — это пафос освобождения бессознательного от всякого рода запретов, от всякого рода диктата. И со стороны сознания, со стороны разума, со стороны логики, и со стороны вот, в социальной области, со стороны властей тоже. Собственно, сразу скажу, чем закончился классический сюрреализм. «Золотой век», 30-й год, последний фильм, ну вот сюрреалистический фильм Бунюэля, несколько раз прошел в прокате, всякий раз со скандалом, и в конце концов под давлением правых кругов, таких фашистских, этот фильм запретили на 50 лет. Вторая премьера его была в 1980-м. Почему так произошло? Потому что бунт оказался слишком силен. Итак, главный пафос — это
сопротивление, стремление к свободе. Что же такое сюрреализм? В чем он заключается? Ну вот предложу вам для начала такое его определение, такое достаточно приблизительное, которое предложил Андре Бретон, автор, литературный автор этого направления. Он говорит, сюрреализм — это диктовка мысли без всякого контроля со стороны разума, со стороны этических и эстетических предписаний. Вот такое, для начала такое определение. Если вдуматься в него, то получается довольно скандальная вещь, понятно. Потому что мы знаем теперь уже люди, почитавшие Фрейда, что может стать человеком, если дать ему свободу, пустить его погулять вне всякого контроля со стороны разума, этики и эстетики. Вот и получается, что одними из главных тем сюрреализма становится эротика, мы это видели уже у Дали, становится тема смерти, мы об этом еще поговорим, это тоже такая скандальная пограничная тема, становится тема насилия, фобий, страхов, влечений любого рода, а также тема магии уже в позднем сюрреализме, тема сна, как самая такая популярная, и такая вещь, как ирония. Вот смотрите, достаточно длинный ряд я перечисляю до терминов, и все они похожи на самом деле, потому что все эти термины указывают нам на некое пограничное состояние. Сон — это переход из реальности, вот из одной реальности в другую, сновидческую реальность. Эротика — это то, что табуируется определенным образом. Смерть — это то, что табуируется в обществе определенным образом. Ирония — это то, что позволяет ситуацию осмыслить, как-то иронически обыграть, отстраниться от этой ситуации. Всякого рода странности, насилие. Сюрреалисты привлечены вот этими маргинальными темами. Не случайно здесь фигура де Сада, фигура Фрейда, фигура Маркса всплывают. Вот это для них люди, над идеями которых нужно хорошенько подумать. А в чем же заключается еще суть сюрреализма? Ну, это техника извлечения из бессознательного содержания. Как можно это сделать? Очевидно, нужно ослабить контроль со стороны сознания. Следовательно, что для этого можно делать? Что делали сюрреалисты? Они, естественно, выпивали. Понятно, самый простой метод ослабить контроль со стороны выпивали, это совершенно технично осуществлялось сознательно. Да? Они голодали. Голод — это тоже очень неплохое средство как-то освободить содержание своего бессознательного. Я думаю, это каждому знакомо. Они использовали депривацию сна, то есть специально лишали себя сна, не спали по несколько дней, чтобы дать возможность вот бессознательному говорить. Они использовали технику гипноза. Чуть позже, когда стали доступны уже всякие эзотерические техники, они стали использовать медитацию, всякие шаманские техники. Все ради одной цели, все ради того, чтобы достучаться до этого содержания бессознательного. Дать ему слово, заставить его говорить, дать ему возможность говорить. Это то, что в поэзии сюрреализма называлось автоматическое письмо. Я думаю, многим знакомо это понятие. Что такое автоматическое письмо? Берешь перед собой лист бумаги, пишешь все, что в голову приходит, никак себя не контролируя. Но только если ты еще и хорошо раскачался, что-нибудь принял или не принял. Вообще просто сам себе творческий человек. Пишешь. Так работали, например, Бретон с Тристаном Царой. Писали много часов, потом обмениваются текстами и говорят, какая экспрессия, отлично, хорошие вещи, мы бы так сами не написали, отлично получается, можно с этим работать. Сюрреалисты пытались работать именно так. Фильм «Андалузский пес», о котором мы сегодня говорим, в основном, в общем-то, начался на основе двух сновидений. Бунюэлю приснилось облако, которое пересекает ночную луну, подобно тому, как лезвие разрезает женский глаз, говорит он. Ну вот прямо вот сейчас будет эта сценка, я не буду ее показывать, потом посмотрите сами дома. Просто кто не видел, для того это может быть неприятным шоком, кто видел, для того это может быть банальностью. Поэтому такая самая, одна из самых знаменитых сцен вообще в сюрреалистическом кино, вот эта сцена. Могу сразу дать такую ссылочку, там, конечно, не человеческий глаз разрезается, все в порядке, никто не пострадал. Там... Слово. Да. И второй сон приснился Сальвадору Дали, который тоже принимал участие в написании этого сценария. Сальвадору Дали приснилась оторванная рука, по которой ползают муравьи. Мы это увидим. И вот на основе этих образов был построен фильм. Фильм был построен как следующим образом. Дали с Бунюэлем сели, начали писать сценарий, и, как они говорят, у нас был один критерий. Если мы видим какой-то смысл, мы это вычеркиваем. Остается только то, что не имеет смысла. Давайте посмотрим одну сцену из этого фильма.
Чтобы понять, что из себя представляет, собственно, киноматериал. Сюрреалистический. Сцена довольно яркая, тоже довольно известная. Это, я думаю, что многие ее видели. Одна из таких ключевых сцен в фильме, которая, в общем, хорошо. Вот я здесь вот тыкаю в разные места, вы можете понять образный ряд этого фильма. Ну вот посмотрим чуть подробнее вот эту сцену. Вполне понятна мотивация молодого человека, который преследует девушку, зажал уже ее в углу. Здесь, я думаю, не нужно комментировать. И так далее. Вот я оставлю эту картинку в правом верхнем углу. Это собственной персоной герой сегодняшнего разговора, да, Сальвадор Дали. Вот он принял участие тоже в этом фильме, играет здесь, значит, священника. Как можно проинтерпретировать эту сцену? Множеством способов. Сами авторы настаивали на том, что ее нельзя интерпретировать как-то связанно, здесь нет никакого последовательного смысла, но вот у меня, например, получилось это сделать вполне неплохо, поэтому здесь есть, конечно, такое... У сюрреалистов есть несколько кокетливая такая поза. Значит, этот текст невозможно понимать как связанный текст. Я убежден, что его можно понимать как связанный текст, и все там в нем достаточно прекрасно. Какова формула сюрреализма? Я предложу вам такую. Я воспользуюсь формулой, которую как-то в одном интервью, что ли, сказал, предложил Борис Гребенщиков относительно того, как он пишет поэзию свою. Мне это очень понравилось. Формула простая. Простые слова и странные связи. Вот это ровно то, чем является сюрреализм. Простые предметы. Предметы все очень конкретные. Посмотрите на эту сцену. Все предметы узнаваемые. Там есть веревки, там есть рояли, там есть дохлые ослы, там есть священники, там есть значит, влюбленный парень, там есть девушка, которая отбивается от влюбленного парня какой-то мухобойкой. Все совершенно понятно. И если посмотреть этот фильм, там нет ни одного неизвестного предмета. Если там встречается таинственная коробочка, то она показывает, что внутри. Там галстук лежит. Все понятно. Вещи все узнаваемы, но между ними выстраиваются странные связи. В общем-то, весь фильм является такой последовательностью очень странных соединений, монтажных соединений этих вещей. И благодаря этим странным соединениям мы получаем на самом деле не эффект абсурдности происходящего, это то, что просится сразу на язык, когда ты смотришь сюрреалистическое кино, ты хочешь сказать, ну это абсурд, это бессмыслица, это сделано ради того, чтобы шокировать зрителя, это нужно только для того, чтобы показать абсурдность вот, киноматериала. Я с этим совершенно не согласен. Я считаю, что это нужно, вот эти странные связи нужны для того, чтобы продемонстрировать иной смысл. Тот смысл, который содержится в нашем бессознательном на некоем доразумном уровне. Это сновидческий смысл или смысл, который есть в нашем воображении. Или это смысл магический. Об этом я чуть позже скажу. Эти связи могут быть названы магическими. Сейчас я покажу вам одну цепочку объектов, которые достаточно быстро показаны, рядом друг с другом смонтированы плотно. И давайте мы попробуем найти между ними какую-то связь. Вот, проговорить, да в чем заключается эта связь. Вот посмотрите. Сейчас я найду этот фрагмент. Показано несколько предметов. Достаточно быстро, это такая сцена. Следите внимательно за тем, что находится в кадре.
нужно будет связать что-то, там, 5-6 объектов. Да? Давайте попробуем это сделать, тогда, может быть, мы поймем одну из техник сюрреалистического кино. Вот, пожалуйста. Ну вот на этом остановимся. Может ли кто-нибудь сейчас объяснить, как связаны друг с другом объекты внутри этого визуального ряда? Напомню, это рука человеческая, из которой выползают муравьи. Следующий кадр — это волосы под мышкой у женщины, лежащей на песке, да, в пляжном костюме. Затем это морской еж. И после этого оторванная рука на асфальте, которую, значит, девушка тыкает палкой, рассматривает. Люди любопытные собираются посмотреть, а что это? Там полицейские говорят, не на что смотреть, расходитесь, ничего особенного здесь. Кто может объяснить, в чем связь вот этих предметов? Почему нужно было их монтировать друг с другом? Рука — предмет сна. Так. Вы сказали, это солнце, которое дальше. Рука с муравьями, да? Так, а дальше? А как... Рука с муравьями связана с волосами под мышкой, морским ежом и оторванной рукой на асфальте. Могу предположить, что это задумки создателей фильма. Это безусловно так, но нам нужно понять, в чем состоит эта задумка, есть ли у кого-то идеи. Хорошо, я предложу тогда... Если бы не морской еж, то все это тело имеет отношение. Ну вот морской еж, да, последняя версия. Ну, так сказать, если связь прослеживать... Грубо говоря, они связаны как 1, 2, 3, 4. Рука с муравьями похожа не чем-то отдаленно на подмышку с волосами. Так. Девушка в пляжном купальнике. Морской еж обычно при отравлении может вызывать смех. Отрубленная рука, ну, обычно сопровождается. Да, вот мне нравится ваша версия. Я примерно так же интерпретировал, но только с точки зрения прямо вот почти поверхностной визуальной связи. Дело в том, что муравьи, вылезающие из руки, это похоже на кровь, да, вытекающую из руки. Ну вот визуально это похоже. И они такие, с одной стороны это похоже на кровь, с другой стороны они такого темного цвета, да, и вот на теле выглядит как нечто темное. Потом в следующем кадре это волосы под мышкой, они тоже темные, тоже на теле, это похоже. Дальше еж, лежащий на песке, ну визуально это тоже похоже на волосы, растущие на теле хотя бы по цвету. И дальше оторванная рука символически соединяет нас с первой рукой, и это тоже нечто мертвое, как морской еж выброшенный на берег мертв, так и эта оторванная рука символизирует смерть. Вот очень хорошо вы заметили по поводу смерти, это хорошо ложится в мой дальнейший рассказ. Это одна из важнейших тем в сюрреалистическом кино. Вот смотрите, какие выстраиваются связи в основном между объектами-сюрреалистами. Это связи неочевидные. Это связи по отдаленному внешнему сходству, по интуитивному какому-то соответствию, по сновидческому соответствию. Во всяком случае, эти связи могут быть уловлены или интуитивно, или они могут быть уловлены, если посмотреть на то, как, скажем, в средние века устанавливали связи между объектами. Ну, самый известный пример здесь. Если у вас болит голова, то съешьте грецкий орех, потому что грецкий орех по форме напоминает головной мозг. Между ними есть явно какая-то связь. Вот эта магическая связь, наивная связь, да, говорим мы сейчас, она довольно наивна, характеризует сюрреалистический способ построения киноматериала. Это наивные связки. Это простые объекты и наивные связки. Но в этой наивности лежит метод работы с бессознательным, метод освобождения бессознательного.
сущности, сюрреализм ставит еще вот какую задачу. Он работает не просто с содержанием своего бессознательного. Сюрреализм в кино пытается осмыслить искусство как таковое. Он пытается перестроить заново, построить новое искусство. Как это сделать? Разбить мир на элементы, как вот в той картине, которую Саша показывала, такая атомная картина, там все разделено на элементы, разъять мир на части заново, и потом заново эти части соединить друг с другом, но уже по-новому, уже как бы не совершая прежние ошибки, не совершая такой ошибки, чтобы построить границу между сознанием и бессознательным, дать образ психики целой, наивной, такой полной психики. Это, конечно, абсолютно романтическая задача, такая сверхзадача, которая, в общем, у сюрреалистов исторически не очень получилась. Но что особенно важно и что мне очень нравится в сюрреалистическом кино, это то, что сюрреалисты открыли кино как модель человеческой психики. Кино оказалось наиболее подходящей формой достижения заявленной цели. Вот цели исследовать человеческую психику, исследовать заново связь человека с реальностью. Кино оказалось очень важным средством. Почему? По трем причинам. Первое. Кино позволяет изображать объекты с фотографической точностью. Нет никаких здесь размытостей, ничего приблизительного, все предельно четко. Картинка ясная всегда. Есть, на мой взгляд, неудачный сюрреалистический фильм американского фотографа Мана Рея, там же в 20-е годы он был снят, называется «Морская звезда». Он снят вот как бы через такое стекло, по которому постоянно идет дождь. На мой взгляд, это неудачный фильм. Именно благодаря тому, что там плохо видно. В сюрреалистическом кино видно должно быть всегда очень хорошо. Это первое. Кино позволяет достигать фотографической точности. Посмотрите на Сальвадора Дали. Он стремится к тому, чтобы на своих картинах изображать объекты очень реалистично, четко. Но вместе с этой фотореалистичностью кино позволяет еще и с объектами вытворять все что угодно благодаря монтажу. Монтаж – богатейшее средство работы с объектами. Можно примонтировать две вещи друг с другом так, что рождается новый эффект. Можно показать лицо человека и следом тарелку дымящегося супа, и мы думаем, этот человек хочет кушать, а на самом деле он не хочет кушать, это просто эффект монтажа, мы так начали считать. Кино позволяет это сделать. Это второе средство кинематографа, которое нужно сюрреалистам для достижения поставленной цели. И третье важное средство. Кино позволяет преодолеть силу слова. Вот здесь сила и слабость сюрреализма. Здесь рождение и смерть киносюрреализма. Дело в том, что сюрреализм начинался как словесное искусство. И закончился сюрреализм тогда, когда кино стало звуковым, когда в кино появилось слово. Это очень серьезный кризис был в кино. Со словом иначе нужно работать. Визуальный образ — это одно, слово — это совершенно другое. Соединить их — крайне сложная задача. Поэтому в истории кино есть такой критический момент, когда теоретики кино разделились на два враждующих лагеря. Нужно ли искусству кино речь, нужна ли речь, нужен ли звук или не нужен. Например, был такой яркий противник появления слова в кино, как Чарли Чаплин. Он возмущался, он говорит, мы потеряем кино, мы обедняем кино, если добавляем туда слово. Не нужно этого делать. Мы разработали очень яркие, мощные средства выразительности. Он работал с мимикой, мимическое искусство, он считал кинематографическим искусством. И что, теперь мы это теряем? Ну вот история показала, что в общем кино, конечно, в целом, вот в основном кино сделало выбор в пользу звука, в пользу слова. И это оказалось, в общем, смертью классического сюрреализма. Вот примерно тогда же, в 30-м он и закончился, когда появилось слово. Итак, что является содержанием, что является материалом, с чем работает сюрреализм, с какими образами? Хочу поговорить немножко об образах, о ключевых образных рядах, которыми пользовались сюрреалисты в своем кино. Ну, для начала нужно сказать, что главный мотив сюрреалистического кино — это мотив перехода между сном и явью. Нужно удержаться очень точно на грани между сном и явью. Не надо показывать сновидение, это слишком мутно. Не надо показывать явь, это слишком ясно, слишком точно, слишком привычно, слишком предсказуемо. Давайте найдем промежуток. Вот я хочу показать вам одну сцену из фильма Жана Кокто, который называется «Кровь поэта». Там он показывает, как персонаж идет вдоль стены. Вот такой коротенький отрывок. Посмотрите, как то изображает движение человека. На мой взгляд, здесь он довольно удачно ловит
вот эту неуловимую странность, которая бывает во сне. С одной стороны, все, что происходит на экране, предельно четко, с другой стороны, нас не отпускает, меня, по крайней мере, не отпускает ощущение, что что-то здесь не так, что это нечто странное. Некое странное движение здесь показано. Я думаю, что, в принципе, можно будет угадать, как это сделано технически, это не так-то сложно. Ну вот оно здесь уже осуществляется, я найду самый яркий момент этой сцены, как актер проходит вдоль стены. Вот, посмотрите. Как вы думаете, как это сделано? А это стена, это пол, скорее всего. Ну да. Ну вот посмотрите, как странно движется этот персонаж. Да, если представить себе, ну поверить, стать таким наивным зрителем и поверить, что на самом деле вот здесь пол, а здесь стена, потому что здесь двери, там ну, все оформлено так, как будто бы там действительно стена. И посмотреть на то, как идет этот человек, то можно, как мне кажется, вспомнить себя иногда, как это бывает во сне, когда ты испытываешь тяжесть ходьбы, когда тебе сложно передвигаться, когда твое передвижение осуществляется иначе. Вот, на мой взгляд, это удачная сцена, которая демонстрирует, с одной стороны, предельную конкретность происходящего, и нам понятны мотивы персонажа, ему очень, очень нужно вернуться, откуда он пришел, ну, то есть переместиться вот в эту левую часть сцены. С другой стороны, мы видим невыразимую тяжесть, которую он испытывает, двигаясь. Сюрреалисты, в общем-то, бесконечные выдумщики. Они очень много вот таких трюков изобрели. Здесь еще мы не видим примеры монтажа. Там очень много с монтажом еще было связано. Наложение кадров, инверсия кадра, съемка, ну вот демонстрация пленки в обратном направлении. Да, можно было бы показать актера, как он движется задом наперед и так далее. Все это производило на зрителя в 20-30-е годы, конечно, впечатление мощное. Странное впечатление. Вот этого добивались сюрреалисты. Итак, первая тема – это граница между сном и явью. И переход между сном и явью. Например, у Жана Кокто излюбленный такой прием – это проход персонажа через зеркало. Попасть по ту сторону зеркала означает попасть как бы в свое собственное бессознательное. Второй важный образ для сюрреалистов, один из самых важных – это образ глаза. Вот мы говорили сегодня уже с того, что «Андалузский пес» начинался с демонстрации вот этот кадр. Да? Покажу его просто как фотографию. Понятно, можно представить себе очень легко, что дальше произойдет. Итак, глаз. Причем не просто глаз, а глаз, испытывающий некие проблемы. Глаз ослепляемый, глаз закрываемый, глаз какой-то страдающий. Но это страдание нужно не просто так. Не просто так нужно ослепить персонажа. Режиссеру. Это слепота персонажа, вот второй кадр из «Андалузского пса» тоже, эта слепота нужна для того, чтобы зрение повернуть вовнутрь, чтобы увидеть что-то другое. Слепота – это возможность достичь альтернативного зрения, которое очень важно для того, чтобы вот познать собственную психику, да, собственное бессознательное. Мотив слепоты. Еще очень часто сюрреалисты любят вот такую штуку делать с глазами. Что здесь? Да. На закрытых веках нарисованы глаза. Это вот кадр из «Кровь поэта» Кокто, а это кадр из «Орфея» Кокто. Вот, на мой взгляд, очень удачно. Здесь тоже глаза нарисованы, но они нарисованы чуть лучше. И это создает ощущение некоторой такой жутковатости этого взгляда женщины, которая, с одной стороны, смотрит почти в камеру, но с другой стороны, мы видим, что она смотрит внутрь себя, потому что эти зрачки нарисованы на ней. Вот это один из таких тревожных и очень значимых образов сюрреалистов. Образ изменения зрения. Еще один ключевой образ, вот я подхожу уже к концу, и это, пожалуй, такой завершающий будет образ в сюрреалистическом кино, это образ смерти как метаморфозы. Смерть как метаморфоза. Вот это очень важная здесь добавка, не просто смерть, но смерть как изменение. Вот полюбуйтесь, это последний кадр фильма «Андалузский пес». Надпись означает «Весной».
Это такое, знаете, такая отсылка к романтическому фильму, когда пишут «Весной». И весной после всех страданий распускаются цветы, расцветают, значит, отношения, чувства. Но Бунюэль и Дали возвращают нас в последнем кадре вот к этой фигуре двух главных персонажей фильма, между которыми неясные отношения. Вот это тот самый парень справа, который домогался вот той самой девушке, которая слева, пер на нее с этими двумя роялями. Что происходит в последней сцене? Весной мы видим двух мертвых персонажей, закопанных в песок, ослепленных, неподвижных, очевидно мертвых. Но к чему же эта надпись «Весной»? К чему эта отсылка «Весны»? И к чему этот странноватый антураж персонажей, которые вот мне лично напоминают какие-то почти цветы, то есть они как будто бы прорастают, эти персонажи. Их смерть явно живая, то есть они умерли, но явно продолжают некое существование, другое существование. И эту мысль подтверждает еще вот этот кадр, тоже из фильма «Андалузский пес», один из тоже ключевых. Это бабочка, которая называется «Мертвая голова». Вот. Я думаю, понятно, почему она так называется, да? Вот посмотрите здесь изображение. Бабочка, мертвая голова, образ смерти, очевидный образ смерти. Равно как и образом смерти выступает картина Вермеера, которого Саша упоминал уже сегодня, картина «Кружевница». Она плетет свои кружева, как богиня смерти, да? Она готова уже обрывать эти жизни. Но бабочка – это не простая смерть. Дело в том, что бабочка по-гречески – это псюхе, то есть психика, душа. Бабочка – это душа, которая не может умереть окончательно, которая не растворяется в материи, не становится просто сором. Она жива определенным образом всегда, она превращается. Всякая смерть есть превращение, есть переход в новую форму жизни. И в конечном счете с сюрреализмом примерно то же самое и произошло вот с классическим сюрреализмом. Когда он завершился в 30-е годы, его смерть оказалась жизнью для нового эстетического направления. И если говорить о том, что из себя представляет современный сюрреализм, то это, безусловно, целая программа. Я ограничусь, пожалуй, не буду перечислять, вот, там, приводить длинный список авторов, ограничусь двумя, пожалуй, наиболее интересными для меня, которых стоило бы посмотреть, если давать вам такую рекомендацию на новогодние праздники, чем бы себя развлечь в январские дни. Я бы посоветовал двоих. Первый – это Алехандро Ходоровски, великолепный режиссер, который как раз сюрреализм превратил, вот внес в сюрреализм вот это самое мистическое измерение. У него очень много отсылок к разного рода мистическим традициям, к Таро, к алхимии, к даосизму, к чему угодно, к Кастанеде. Очень яркие, живые, великолепные фильмы. Ходоровски – такой человек, снимает фильмы, рисует комиксы, специалист по Таро, чего он только не делал, пишет книги. Это первый. Он сейчас жив, не так давно у него вышел крайний фильм. И второй – это, конечно, великолепный Дэвид Линч. Я думаю, что лишний раз рекламировать его не стоит. Все его фильмы абсолютно, как мне кажется, известны, заслуживают всяческого внимания. Только один пункт здесь приведу. В фильме «Твин Пикс», третий сезон которого нас ожидает в скором времени, очень важна тема двух миров. Мира сна и мира яви. Это ключ к фильму «Твин Пикс», как мне кажется. Ключ довольно удачный, этим ключиком можно открыть смысл этого мутного темного сериала. И я надеюсь, что разговор о сюрреализме может продолжиться уже в русле разговора отдельного о Дэвиде Линче. Может быть, мы как-то приурочим к выходу «Твин Пикса» отдельный разговор о Линче, о его эстетике, о его киномастерстве, о его мире. А сегодня я бы хотел закончить свой рассказ о вот этом классическом, очень коротком взлете, но очень ярком взлете сюрреализма вот такой мыслью, что сюрреалисты важны для меня, по крайней мере, тем, что они открыли кино как некое зеркало для нашего собственного сознания, как то, в чем мы можем увидеть некие тайные, темные, неявные стороны самих себя. Вот на этом у меня все, и я жду ваших вопросов.